Центр IT-компетенций на базе авиационного колледжа в Ульяновске кинет вызов системе образования. Идея создания центра принадлежит Агентству технологического развития, авиационному колледжу и учреждениям среднего профессионального образования. Трехстороннее соглашение в присутствии губернатора подписали на заседании Общественного экспертного совета по развитию информационных технологий. Глава региона отметил, центр станет частью экосреды для подготовки кадров в IT-сфере и реализации одного из направлений нацпроекта «Цифровая экономика». В свою очередь, эта система будет включать в себе инновационные подходы к обучению, будет способствовать совершенствованию инфраструктуры, даст возможность совершенно по-другому выстроить кадровую политику, а также поможет нам создать образовательную площадку онлайн. Система обучения в центре станет гибкой, а контент будет соответствовать всем современным трендам образования. Акцент на future skills, компетенциях, то есть те навыки, которые актуальны на 3 года вперед. Концепция центра включает в себя построение индивидуальных образовательных траекторий для профессионального самоопределения студентов, а также сочетание очного и дистанционного обучения на различных интерактивных платформах. По итогам специалисту выдается скилл-паспорт, это цифровая карта навыков, по которой наши IT-предприятия смогут оценить потенциального сотрудника по собственным узким запросам. На заседании совета его участники успели обсудить и механизмы экономической поддержки отрасли. Одной из таких мер станет цифровой ваучер. Это гарантированное софинансирование расходов по оплате услуг или работ, связанных с цифровизацией предприятия. Рената Алиулова, новости Ул.Правда ТВ.